Здравствуйте! Давайте сегодня сделаем модное, стильное украшение с помощью мемори-проволоки, проволоки с памятью силикона и вот таких бусинок с кристалликами, со стразиками. Кому как нравится, называйте. Так, для начала нам нужно сделать колечко на конце. Загибаем проволоку и делаем колечко. Оно должно быть небольшое, но чтобы к нему можно было еще присоединить. Так, и одеваем бусинки. Это украшение идет как молодым девушкам, так и женщины постарше носят с удовольствием такое украшение. И сюда можно, конечно, и камни натуральные сделать, и какие-то стекло, бусины. А можно вот такие легенькие. Легенькие, блестящие, которые будут переливаться на свету. Вот я сюда 8 штучек сделаю. Так, вот, одели. Теперь, чтобы вот это не было вот так некрасиво смотрелось, я вот одеваю такие колпачки. Сейчас посмотрим. Подходят. Одеваем. Так. Одеваем такой колпачок. Ну, вот тут немножко придется потрудиться. Не очень хочет оно одеваться. То есть на это потребуется время. Надеть. Ну, можно, конечно, и взять диаметром побольше трубочку, но с такими нежненькими бусинками оно некрасиво будет. Поэтому надо постараться. Так, ну что же, повозилась. И натянула. Теперь я опять одеваю вот эту вот штучку. И, наверное, одену я еще одну бусинку вот сюда. Загибаю. Отрезаю лишнее. И делаю колечко. Тут я его зажимаю.
как следует. Проволока довольно-таки жесткая. Мемори-то, почему она и держит? Вот. Вот что получилось. Украшение это будет без застежки. Она будет прекрасно держаться на шее. Причем на тоненькой шее оно будет, сами понимаете, да, вот так где-то. А на более приличной шейке вот так будет. Так, ну и что же, и теперь нам нужно взять пины и собрать окончательно. В первую снизу бусинку нам нужен вот такой пин, без колечка, как гвоздик, чтобы он здесь прям вот, чтобы он держался, но чтобы колечка не было. Загибаем. Отрезаем лишнее. Девочки, вот поверьте, на все это украшение, ну, я не знаю, ну, полчаса, ну, может быть, и то единственное, что вот долго это натягивать каучук, силикон, как кому нравится называть. Следующее мы берем уже с колечком пин. Так, мы его, вот это колечко, одеваем на то колечко, которое мы сами загнули. И его загибаем. Вот у нас уже получилось две бусинки. Опять отрезаем лишнее. Опять. Ну и тут уже сколько вы хотите, чтобы у вас висела, потому что это будет вот так, это будет вот так. Вот, ну я, наверное, сделаю, не знаю, попробую штучек 5 там, а там будет видно. Вот я собрала 5 бусинок. Теперь одеваем вот на это незакрытое колечко и зажимаем его. Вот так. Вот и все. Сейчас я вам покажу на манекене. Вот такая красота получилась. И поверьте, оно, я уже много делала таких, они прекрасно держатся на шее, никуда они не упадут у вас. Вот такая красота получается. Спасибо всем за внимание.